Здравствуйте, мои дорогие, с вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал. Гости моего канала будет много всего интересного о любви и отношениях. Я буду делать расклады просто простые. Такие, знаете, без советов, как мне говорят, давайте советы. Буду делать расклады с обрядами, расклады на выбор. Сегодня хочу поговорить про измену. Может быть, немножко пофилософствуем. Измена. Может быть, у кого-то мужчина изменяет, либо вы чувствуете, что есть где-то на стороне соперница, но он еще не проявил отношения. И что же делать в такой ситуации? Прощать мужчину, пытаться наладить с ним все-таки отношения, вернуть все в былое русло, ну, либо вычеркнуть его из своей жизни. Ну, и решать, конечно, вам. Но что же такое вот является причиной поведения мужчины? Вот это мы можем сейчас смотреть. Давайте выясним все-таки, что. Ну и, может быть, какие-то советы действительно, как быть, что делать. Есть, знаете, такая природа у мужчин. Может быть, что-то природное у мужчины, да? Природное – это когда он бабник, мужчина, да? Ветреный по натуре, непостоянный мужчина. Увлекается каждой новой юбкой. Здесь я такого не вижу. Я здесь вижу, знаете что? Что увлечение вашего мужчины здесь временное. Вот здесь мы видим такую карту. Вот она, посмотрите. Развлечение. Увлекся, устал, да? Пошел рассветить свою грустную действительность. И если все-таки ваш мужчина увлекся другой женщиной в данном случае, да, может быть, желание самоутвердиться как-то, то это не значит, что вы хуже соперницы своей, вы вовсе ему не подходите. Потому что вам вот такую мысль, сразу говорю, гоните из своей головы. Вот как только они там у вас появляются, вашей вины в этом нет. Потому что его просто потянуло на какие-то яркие события и переживания. Да? Он сам, честно говоря, переживает, прячется, скрывает. Но это при всем при том, что если вы знаете, что это есть. Если у вас личный расклад нужен, да, вы усмотрите именно вашу ситуацию. Далее, что же все-таки делать, да? Все-таки временно сейчас, да? Либо может эти отношения начать продолжаться. Далее. Ну вот преграды, препятствия мы здесь видим. Несостояние этого мужчины продолжать эти отношения. Ну ему просто захотелось новых ощущений. Ну захотелось роман на стороне завести. Ну конечно эгоист, ну что тут говорить. Ну вот у мужиков такая логика эгоистичная. Но он держит все в тайне специально. Видите, закрылся. Закрылся все. Почему? Потому что не хочет разрушать отношения со своей женщиной, от которой он изменяет. Да? И что же делать в такой ситуации? Может быть, кому-то рассказать об этом? А так хочется рассказать, хочется поделиться, но не нужно этого делать. И прежде всего, если все-таки вы хотите его вернуть, не нужно происходящего, то, что ваши семье или в ваших отношениях с близкими, с друзьями, выносить ссоры из избы, вот сейчас не нужно этого делать. А вдруг действительно у него временно погулял, как мы здесь видим, и пришел, а вас уже вокруг все знает, то, что он вам изменил. Да и подружкам не надо, подружки посочувствуют, там над вами же будут и смеяться, да, в коллективе где-то, да. А что же нужно все-таки сделать? Вообще-то эта карта, что сделать, уже показывает. Самодостаточность. Не плакать, не переживать. Представляете, что нужно сделать? Скрыть все, скрыть свое состояние, будто бы вы, наверное, не знаете. Хотя вы это знаете, аркан звезды. Стать звездой для этого человека. Звездой надо стать. Вот что вопрос. Заново понравится. Сложно, но можно. Ну, однажды, честно говоря, вы же когда-то ему уже нравились, чем-то его заинтересовали. А чё ж сейчас-то не заинтересовать его еще раз? Кстати, на ум пришла интересная такая история. Ну, не история, может быть, это... Забыл, как они называются, былина, может быть, сейчас расскажу.
Что нужно сделать? Звезда. Излучайте позитив. Это я сейчас сижу эту историю. Ну, не история, такая интересная, маленькая такая. Расскажу сейчас. Вот пытаюсь вспомнить сейчас и пытаюсь продолжить расклад. Звезда. Изучайте позитив. Вы знаете, ему хотелось бы и захочется, конечно, да и лучше видеть счастливую, улыбающуюся женщину. Очень приятно, чем там плачет, да, женщина такая неинтересная. Убитая горем, подавленная, грустная. Ну, знаете, ничего, кроме жалости, ничего вы вызывать у нее не будете вообще. Вот звезда, да? Что еще тут нам? Вот что вы носите дома? Вот в чем вы одеваетесь дома? Вот домашний очаг, домашнее дерево. И женщина такая простенько одетая, стоит, чего-то ждет. Ну, может быть, носите какой-то такой халатик, которого не жалко. Какие-то шлепанцы очень странные, да? Ну, может, кто-то и красиво ходит, но не часто вы меняете. Все в одном и то же. А вот не сомневайтесь, ваша соперница, она точно ходит. Не то, что ходит, она разгуливает перед вашим мужчиной совершенно в другом виде. Это, возможно, какое-то сексуальное, красивое нижнее белье, кружевные какие-то шелковые халатики, облегающие какие-то платья, такие обтягивающие, да? И вот точно она, наверное, так ходит. И что нужно сделать? Нужно изменить, да? Измениться. Ну, вы же когда-то нравились ему. И здесь вот мы недаром видим звезду и видим, вот как вы сейчас, может быть, ходите дома. Далее. Ну, понимаете, о чем я говорю. Сейчас вам притча. Вспомнила, как называется. Притча. Притчу буду вам рассказывать. Сейчас чуть позже. Далее. По поводу же злого. Это близость. Любовный треугольник. Вот о чем вопрос хотела сказать еще. Жезловая королева и тройка мечей не просто так. Разбитое сердце, переживание, ревность. Жезловая масть, ну, считается сексуальная масть, да? Это считается. Женщина преградила дорогу мужчине в постель. Преградила. Сердце, говорится, сжимается, но преградила. И он, возможно, тогда будет избегать близости с вами. Поэтому, если он все-таки избегает близости с вами, да, не надо закрывать ему в постель, да, может быть, что-то предложить, освежить, но таким ненастойчивым образом. Вот это надо понимать, да? Далее, не нужно его за это осуждать и, как говорится, говорить ему о другой женщине. Вот этого тоже не надо делать. Но и излишнюю настойчивость тоже заставлять тоже не надо. Вот видите, рыцарь мечей здесь. Давай и все. Ничего не знаю. Ты мне должен. Супружеский долг. А вот предложить то, что ему нравится, а раньше вы ему в этом отказывали, можно. Но я не буду сейчас подробности впадать, чем это можно, как говорится, разукрасить, да? Разнообразить. Вы сами понимаете, какая новизна может привлекать вашего мужчину. Вот фаллический знак жезла не просто так здесь у нас выпадает. Вот он еще раз выпадает. Видите? Что-то новое. Паш. Паш жезловый. Что-то новое. Что же еще делать надо, чтобы вот... Что нам карты посоветуют с соперницей? О, жена на первом месте. Либо любимая женщина на первом месте. Вот, посмотрите, что надо делать. Надо огонь вызвать. Надо крутить колесо, как говорится, да, когда здесь императрица. Действовать надо. Но действовать тайными таким образом, чтобы никто об этом не знал. То есть надо пометить свою территорию. Вот даже если он туда идет, да, заставьте ее ревновать. Она тоже женщина, понимаете, да? И у нее есть чувство собственного достоинства. А императрица не просто так навыпала. На обоих женщин. У обоих женщин есть чувство собственного достоинства. И сейчас, вот сейчас, она будет его терпеть. Да? Будет терпеть, потому что ей захочется привязать его к себе. Но что вы будете делать? Что вам надо делать?
Ну, я сказала, тут жезлов огоньку прибавить, да? Что вот я сейчас, знаете, что говорю? Пометить это, духами своим побрызгать его одежду, рубашечки, да? Где-то след от помады оставить. А может быть, оставить где-то свои волосы, может, в салоне автомобиля, на его одежде, да? Либо где в карман куда-нибудь ему что-то засунуть, какую-нибудь вещь интимную, знаете, да? Может, пиджак, либо авто ему куда-нибудь суньте, что-нибудь интересненькое. Не плакать там, не переживать, а сидеть что-нибудь там подложить. Далее. Соперница должна знать о вашем существовании. И никогда об этом не забывать. Об этом надо напоминать. Вот так вы метите, да? А можно вообще просто прийти на работу, если это там служебный роман, и повиснуть, как говорится, на шее своего любимого. Либо чаще появляться вдвоем у него на глазах. Обнимочку ходить, да? Проявляя к нему нежность, какую-то любовь, там, заботу. Показное такое что-то, например, да? Пускай она думает, что у вас все прекрасно. Вот здесь видите, сколько всего. Это я вам все пытаюсь рассказать, что сейчас мне идет по потоку. И можете не сомневаться, если вы так будете делать, вот видите ту жезл, что дальше будет. Это не просто огонь, да? При удобном случае, или вообще она начнет ревновать и устроит ему скандал. Видите, что происходит? Вот он, скандал. Здесь его видим. И что значит? Что значит, ему это не понравится? Да? Почему я всегда говорю? Вы не паникуйте никогда, если это происходит. Не надо. Вот просто чистый совет. Рано или поздно она захочет, она сначала будет мягкая, пушистая, добрая, а потом она захочет его поиметь уже как экс-жена, как вторая жена, извините меня. Она захочет его в жены поиметь. Стать уже женой. И тут уже терпение у нее кончится, и она начнет уже на него кричать, ругаться, ногами топать. И тогда мужчина бегает обратно к спокойным, милым, добрым женам. Правда, если те не успели еще чемоданы их и в окна повыбрасывать или выставить, да? Вот. И все вот это, понимаете, это все, вот это надо это делать. Просто вот выберите из того, что, в принципе, вам подходит. А по поводу притчи, что я обещала, сейчас расскажу. Это все про измены, да? Про измену. Вот даже не удержусь, сейчас расскажу. В древней восточной сказке, знаете, как говорится, была одна очень мудрая жена. И она узнала об измене мужа. Да, вот она узнала. И она специально стала носить ветхую, старую, рваную одежду. Намазала, извините, лицо сажей, ходила лохматая, не расчесывала волосы. А зачем? Специально вот такая ходила, да? И когда она чувствовала, как я сказала, что он может уставать от своей любовницы, она чувствует, что он подустал, что он приходит какой-то расстроенный оттуда, да? И сюда его не сильно тянул, тут лохматая жена ходит, да? Ну и там она чувствует, ему все надоело уже. Что она сделала? Она смыла всю сажу с лица, втерла в тело, в свое благовоние, масла ароматические, накрасила брови красиво, сделала красивую прическу и надела самый красивый свой наряд. Даже что-то новое купила. Ну, я в то время не была, но, возможно, купила. Не видела лично, но по притче это говорится так. И муж был поражен вновь открывшейся красотой своей жены. Понимаете, да, про что я говорю? Вот такая притча. Вот вся ее весь расклад, я все и пыталась вспомнить. Я ее вспомнила. И вот, кому что-то стало непонятно здесь, вы еще раз прослушайте, что я вам тут всего наговорила. Возможно, вам будет что-то полезным. Ну, много, я могу много говорить. Обычно о личной консультации, кто ко мне обращается, я это рассказываю индивидуально для каждой женщины, исходя из показаний определенного мужчины. Мужчины все разные, и не всем это подойдет. Ну, может быть, кому-то это подойдет. Так что, мои дорогие, если кому-то нужны расклады, обращайтесь, будем разбираться лично о вашей ситуации. И пускай ваш мужчина не изменяет вам никогда. Будьте такой женщиной, ради которой мужчина бросит все, забудет про все и будет смотреть и любоваться только на вас. Не допускайте таких ситуаций. А здесь очень много причин может быть. Очень много причин. Всего доброго, мои дорогие. Счастья вам, будьте любимы и любите.